Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверев, и сегодня на моем столе наушники Cloud. Но у меня три модели. Это модель Boom, модель попроще называется Knock, и модель затычки это Pop. Давайте начнем их все смотреть. Начнем немножко с истории. Наушники Cloud были придуманы в 2012 году. И они состоят из минимального количества компонентов и используют простую крепкую механическую конструкцию, которая рассчитана на ежедневное и даже ежечасное использование. То есть они носятся всегда. Итак, давайте начнем. Они молодежные. А это означает, что здесь должен быть молодежный дизайн и молодежная расцветка. Ну вот посмотрите только вот на правые наушники. Эта расцветка мне напоминает лично вот цвета как раз названия Google, которые используются. И если бы я работал в Google, я бы такие наушники себе присмотрел. Как мы узнали, что в линейке существуют три модели. Это Boom, который сейчас перед нами, Knock и Pop. Сейчас смотрим Boom. Сейчас вы у себя на экране видите вообще вариант расцветок, который возможно этих наушников. И больше вам скажу, что каждый сезон в продажу поступают новые цвета. Компания основана в Швеции, производит наушники в Китае. Посмотрим немножко на упаковку. Это прозрачный блистер, в котором сразу можно видеть цвет наушников, и когда они красуются на витрине магазина, ну, сразу можно понять, какой цвет нам приглянется. На задней стороне коробки можно найти информацию, что здесь 40-миллиметровые излучатели и вес наушников 139 грамм. Воспроизводит частоты от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Все технические характеристики вы сейчас можете видеть вот здесь справа, а я пока открою коробку и достанем наушники. Здесь присутствует фирменное крепление, называется Sound Lasso. Комплектуется инструкцией и гарантийным талоном. Очень хорошо, что позаботились и положили наклеечку. Мне нравится, когда в комплекте идут всевозможные наклейки техники. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, послушали музыку, и чтобы убрать вот этот вот кабель, он, кстати, здесь плоский и не будет спутываться, мы обычно наматываем кабель на наушники. Здесь придумали интересное решение, называется Sound Lasso. Это джек 3,5 углообразной формы, и он имеет такую вот накладку-резинку, при помощи которой мы можем зафиксировать, ну, кабель для наушников. Мы его сматываем в такой кружочек, обматываем и джеком протыкаем. Тем самым у нас, смотрите, все будет так всегда в порядке. Как говорится, все гениальное просто. Через наушники можно общаться, здесь есть встроенный микрофон и одна кнопка. Единичное нажатие работает как play-stop. Если мы нажимаем два раза, то перематывается трек вперед. Если нажимаем три раза, то перематывается трек назад. Вот эти все ярлычки можно впоследствии снять. Вы видели цвет наушников? А микрофон желтенький. Это полноразмерные наушники, и видите, это минимальное количество деталей. Довольно-таки легкая конструкция, вес всего лишь 139 грамм. Внутренняя часть оголовья выполнена из мягкого материала. Сам обод металлический. Часть соединения обода и чашки тоже выполнена из металла и имеет уровень регулировки. Внутри вот здесь, как вы заметили, проходит кабель. Также есть обозначение левый либо правый наушник. Из-за того, что металл прочный и довольно-таки мягкие, наушники можно вот вплоть до такого вот сложить и их транспортировать. Либо вот таким вот образом. Амбушюры мягкие и внутри имеют сеточку. Розничная цена на российском рынке составляет 1800 рублей. Из левого наушника выходит кабель, и здесь же находится отверстие воздуховода. Если же вы любите более классический цвет, то вам подойдет вот полностью черный. Хорошо, что предоставляют свободу выбора, либо ты любишь краски, либо более классический цвет. Далее у нас на очереди модель Knock. Здесь также динамики 40 мм, весят наушники 78 грамм и позиционируются как просто невесомая прочность. Все доступные цвета вы сейчас опять же видите у себя на экране. Можете выбрать либо более классические, либо более яркие. Средняя цена на российском рынке составляет 1200 рублей. В комплекте поставляется вся та же самая инструкция и наклейка внутри. Я сейчас выбрал открыть такой более классический цвет. Сбоку красуется название компании, и смотрите, какая обтекаемая форма у наушников. Это чисто такая классика. Наушники также умеют регулироваться по объему головы. На внутренней стороне есть обозначение right и left. В модели Knock из каждого наушника выходит по проводу. И также внизу отверстие для воздуха. Амбушюры выполнены из поролона. Здесь также можно общаться, останавливать и воспроизводить музыку, и также ее перематывать. Далее идет переходничок, далее идет джек 3,5, также углообразной формы и фирменная вот эта вот крепежка Sound Lasso, при помощи которой можем вот так вот хранить кабель. Остается выбрать только цвет, либо яркий, либо классический. Теперь у нас на очереди модель Pop.
Розничная цена которых составляет 1000 рублей. Данную модель отличает четкая звукопередача и мощные басы, которые избавляют от внешних шумов. И все это позволяет полностью погрузиться в прослушивание. Все цвета, которые сейчас представлены на рынке, вы можете видеть у себя на экране. А теперь давайте откроем коробочку и посмотрим, что же идет внутри. Наушники-вкладыши имеют необычную геометрию. Видите, ось амбушюра наклонена относительно чашки излучателя. Это сделано для дополнительной надежности и комфорта. Но вот снаружи можно понять, что это сверхпрочные наушники, они сделаны полностью из пластмассы. Воспроизводит от 20 Гц до 20 000 Гц. В комплекте все та же самая инструкция и наклейка, также имеются сменные амбушюры. Средние установленные, в комплекте тут побольше и поменьше. На правом наушнике изображен логотип компании, далее провод имеет плоскую форму, благодаря этому провод меньше будет запутываться. На левом наушнике имеется клавиша ответа и все та же самая перемотка и остановка воспроизведения музыки. Два провода встречаются в блоке соединения. На конце мы обнаруживаем джек 3,5 мм углообразной формы и всю ту же самую конструкцию Sound Lasso. Ну а теперь настало время провести тесты. Сейчас я поставлю громкую музыку и посмотрим на расстоянии 1.5 метра. Будете ли вы слышать, что играет у меня в наушниках? И скажу вам отзыв про каждый наушник в отдельности. Да, настало время самого интересного. Камера находится на расстоянии 1,2 метра от меня. Это, как всегда, знаете, расстояние вообще всех наушников 1,2 метра. Вот, на расстоянии наушников находится. Это Canon GC-Mix. Это встроенный микрофон в эту камеру. Сзади повернут дисплей сверху, и поэтому звук пишет только то, что находится впереди, вот здесь вот. Сейчас подключаем к плееру и слушаем каждый наушники по отдельности. Для начала проверяем модель POP. Вставляем правый наушник, затычка, левый наушник. Ну да, это затычка. Так, включаем Metallica Whiskey in the Jar. Посмотрим, услышите ли вы то, что играет в них. Нормально. Ну, я бы сказал, за 1000 рублей в среднем это очень хороший звук. Да, и запас громкости есть. Далее на очереди у нас модель NOC. Так, раздвигаем. Оп. Вот так вот. Совершенно простенький дизайн. Мы посмотрим, насколько это будет звучать. Они открытого типа, и я думаю, что вы сейчас будете слышать все. Потому что, ну, я слышу сейчас все. Не то, чтобы было затычка. Давайте, погнали. Metallica Whiskey in the Jar на максимальной громкости. Звук мне нравится. Хоть они выглядят вот так вот простенько, минималистично, но звук у них хороший. И для открытого типа, ну, здесь на максимальной громкости, да, их слушать можно, не возникает никакого желания сделать потише. Ну, едем дальше. Ну, а теперь время тех наушников в цвета гугловской надписи. Давайте посмотрим. Здесь мягкие амбушюры с поролона. Так. Ну вот у меня уши довольно-таки большие и полностью в амбушюр не помещаются. У меня верх уха торчит немножко. У меня голова большая. Включаем на максимальной громкости Whiskey in the Jar. Услышат все, вы тоже, потому что здесь на максимальной громкости слушать можно, но вот мне хочется чуть-чуть совсем сделать, потому что первые наушники невозможно слушать на максимальной громкости, там есть запас этого, но здесь чуть-чуть поменьше и звучат, ну, в принципе, так же, как и NOC, но здесь они закрытого типа, я слышу меньше всего. Ну что, тест я провел. Конечно, вам нужно подойти в магазин и послушать это на открытом стенде, чтобы самому понять, подходят они вам или не подходят. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на новые видео, проявляйте активность под видео. Если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте и проявляйте активность под видео. Ну все, ребят, до новых видео. Пока!